Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафир 33, и это у нас продолжение прохождения игры Brutal Doom в режиме Brutality, дополнение TNT Evolution. Итак, у нас второй уровень под названием Human BBQ. Итак, у нас здесь немножко небольшое обновление, я применил к нашей сборке еще одно дополнение под названием Brutal Doom Redemption. Это Reshade Project. Картинка поэтому стала более такая, знаете, реалистичная, скажем так. Так, ну что, с кого начнем? Давайте начнем с этого чувака. Так, извинитесь, попасть в вашу, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Типа циферки внизу чуть-чуть расплываются, как будто оно вблизи, видимо, плохо видит. Ну ладно, посмотрим. Как будет лучше, если что, вы пишите, а там будет видно. Так, давайте М2. Так. Блин, хрен знает, патронов мало, всего мало. Ай-яй-яй! Здесь еще кто-то ходит. Башка взорвалась, как арбуз. Его. Да ладно, они его мочат. Ай, блин, один проиграл. Ну да. О, не, нифига себе, он что, встал? Тупой скелет. Ты кого стреляешь-то? Гнида. Видимо, помирились. Блин, а? Патронов-то мало. Ты как раз стоишь там, где... Блин, а? Гандон. Тебя за ноги. Как пулемет стреляет. 26 патронов осталось. Да сколько можно? Ой, блин, да что ж такое-то с вами?
Вообще жесть. А, вон еще один. Мудрец. Кто побежал? Себе топором меня. Так, что же мне делать с этой фигней-то? Я вот тут думаю кое о чем. Красный ключ. Так, и... Так быстро левит. Да, чувствую, что-то у меня здесь совсем все плохо сейчас будет. Готов. Тринадцать процентов. Зашибись. Так и знал. Три патрона. Четыре, блин, этого гандона. Так, что мы будем делать-то? Ёперный театр. Давайте сохранимся. Где-то бегает собака. Что происходит? Понятно. А, это тормоза такие, нифига себе. Что такое? Хитрый, блин. Прям за стеной где-то бегает. Ух ты, ух ты, ух ты, нифига себе, нифига себе. Охренеть вообще, а. Ой, блин, блин, блин. Блин, жесть какая-то. Блин, как эти быстро бегают, ты вообще ничего не поймешь.
Да ёптерный театр. Опасные типы. Так, ладно. Меня волнует только одна фишка. Я не знаю, если кто-то про это знает, не знает, напишите. Эти же уровни не адаптированы, по сути, под Brutal Doom. И что будет с оружием того, которого, ну, тут, по сути, не должно быть. Вот это вот очень интересно. Блин, блин! Все повлезали, твари. Да, ничего так. Второй уровень. Ой, блин, 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 блин! Семь процентов. Да, с жизнями здесь что-то совсем все плохо. Ай, блин. Очканули нас. Так, желтый ключ. Твою мать, а. Сейчас от часу не легче. Ты что, не делаешь там? Это конец. Понятно, я лучше не буду ничего трогать здесь. Понятно. По идее, мы не должны были запрыгнуть туда. Соответственно, вот как бы быть, хотелось бы тоже поиграть вот этим оружием, которое именно в Brutal Doom. То есть это же интересно, блин, ну что делать? Пароли набирать тоже как-то неохота, потому что, ну, особо это нечестно. И оружие в то же время хочется. Фак, ну ладно, мы не будем, мы можем, соответственно, перепрыгнуть. Но мы этого делать не будем. Так. У нас есть, я знаю, что у нас есть. Фак. Блин, ну давайте попробуем, не знаю, получится, не получится. Фак! Вот долбоёб-то. Пушечное мясо. Блин, да ты что делаешь? Да это тоже не пройдет. Так, давайте, ладно. Давай, мать твою, взрывайся! Хрень какая-то! Не, вообще нет. Я все понял. Хрень полная. Так, давайте смотреть, что делать. Только так. Гниду эту. В принципе, можно. Здесь аптечка же есть. Так. Гранатомет у нас нету, ничего нету.
знаю, мне вот кажется, вот, что вот это Reshading Project такой шарм придает. Текстурки все такие старые, как будто реально чуть-чуть. Так, и что толку-то все здесь открывалось? Жить мы лучше от этого не стали. А, все, я понял, там же перепрыгнуть можно. Вот, типа как. Ну, конечно. Ну, я понял, да, в общем так. Ну, то есть, конец. Без этого никак, конечно, нельзя. Блин. А что тут секреты сейчас будут? Тут еще и синяя дверь есть. Нифига себе. Да, вот это круто. Странно. Странно, я уже просто привык, что все рушится, все открывается, всякие ловушки. А здесь все так спокойно, тихо. Ну, как бы оригинальные уровни здесь еще не предусматривали всякого извращения. Твою мать, а! Да, здесь жестко. Согласен. Ну, не надо забывать, что у нас еще есть ее. Блин, сколько вас мне еще не хватало, нахрен! В американский футбол поиграем. Охренеть. Ай-яй-яй. Да, кстати, надо сделать, чтобы так не тормозил, потому что у меня не в режиме слай работает карта. Давайте возьмем. Хотя бы малой крови. Так. Блин, нифига себе они ползают. Так, один сдулся. Ты куда побежал? Блин, нифига себе, твою мать. Что за догонялки такие? Так, нам надо будет еще посмотреть по карте, что у нас. Так. Ну ладно, мы сейчас глянем. Что там и как? Так, у нас здесь какой-то выключатель. Что-то происходит, я не могу понять. Блин, здесь всегда что-то происходит. Так, у нас еще есть желтый и синий ключ. Да не может быть, что за бред. А синяя дверь тогда где? Ну, не просто же так мне дали карту. Так, давайте посмотрим. Так, нажимаем F. Нет, не F. Fuck you, asshole! Так, нет, не... А, вот, все. Смотрите, здесь у нас что-то есть, прям целый этот... выделенный... А, слушайте, может быть, синий ключ
Так, ладно, давайте глянем. Нет. Так. Так, понятно где. Это здесь у нас. Нифига себе. О, блин, нифига себе. Наглая блин, слушайте, наглая хрень-то какая, а? Вот хрень. Да пошел ты, твою мать. Я так понимаю, это секретная территория. Странная текстура. Да, даже так. Да ну нахрен, вы чё, ё-моё, совсем сбрендили? Да не, ребят, вы чё? Тут дробовик есть, блин, тут не гранатомёт. Блин, слушайте, чё-то вообще какой-то бред. Не знаю даже, что сказать, если честно. Ну да, вообще шикарно. Ладно, сохраняемся. И чё? Всё? Да, ребят, это финиш. Да, я понял, что это возврат обратно, но это смысла не имеет. Так, нужно подумать, что как мы будем делать. Не повезет, нет? Блин! Фак, слушайте, ну реально вообще. О, даже так? Ладно.
это круто! Чувак, ты чё? Понял. Здесь гранаты. Гранатами и попробуем. Давайте его все сделать. Там не весело было, придурок. Ладно. Хитрожопый, блин. Твою мать, а как он быстро. Слушай, нельзя стрелять. 9 гранат у нас. Да, он переместился, кстати, сюда. Блин! Тормоз. Так, я думаю, что все. Так, отлично. А, даже так? Ладно. Так. Угу.
Отлично. Блин, что такое? Странно, здесь должна быть какая-то система. Так, у нас есть... Сколько у нас? 4, да, телепорта. Давайте тогда по карте войдем в каждый из них. Так, вот первый по карте, да? Да, первый. Он нас не перемещает никуда. Второй. Тоже особо никуда не перемещает. Тогда давайте... Третий, где у нас? Третий тоже. И четвертый. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так, ничего нету? Нету. Музыка такая скандинавская. А, слушайте, у нас же где-то был этот щит. Подождите, давайте подумаем, где он был-то. А, подождите. Стоп. Наверное, его вообще нигде не было. Я уже туплю. Блин, как этот шарик взять, тоже непонятно. Опа. Ладно, хорошо. Ну как там сделать? Никак. Да, дизайн такой, уровень ничего. В принципе. Так, мы только можем сделать, используя способности Brutal Doom. Так, в прошлый раз я немного облажался перед выходом. Ну давайте, что ж, друзья, это у нас было прохождение Brutal Doom. Так, я сейчас, секундочку. Карта под названием Human BBQ. Всем спасибо и до новых встреч на канале ProGamer Television. Пока.